Вопросы строительства и благоустройства обсудили во время приема граждан, который провел глава Чувашии. Председатель Совета отцов Канашского округа Сергей Иванов поблагодарил руководителя региона. Местные жители с радостью встретили преображение большебекшишской школы. Но теперь уже встал вопрос о благоустройстве прилегающей территории. Олег Николаев заверил, к новому учебному году все недоработки будут устранены. Территории возле школы приведут в порядок. На месте старых архитектурных форм установят универсальные спортивные площадки и зоны фитнеса. Благоустроят проезды и пешеходные дорожки. Продумают наружное освещение. Работы начнутся в мае. Также во время приема граждан стало известно, что в Чувашии в ближайший год-два планируется ремонт плотины на реках Соломенка и Ута, а также обновление водонапорной башни в деревне Синьял-Убеево Красноармейского муниципального округа. Глава Чувашии сообщил, что капремонт башни должен быть завершен до 15 июня этого года. Мы себе задачу поставили, чтобы за вот следующие максимум 2 года поменять все водобашни. Мы уже поменяли очень много. И в других населенных пунктах везде, тоже, да? По всей Чувашской республике, угу. Да, по всей Чувашской республике. Вот, не менее 100 миллионов рублей. В прошлом году дополнительно выделили, по-моему, еще 50 с лишним миллионов рублей перед первоначальным 100. И вот эта программа, она идет из года в год для того, чтобы вот эти ветхие, прежде всего, источники водоснабжения привести в порядок.